Всем привет, друзья, с вами Александр Петров, он же Тури, и мы сегодня тестируем игру Survivio. Это браузерный аналог PlayerUnknown's Battlegrounds. Сейчас вроде такая модная, веселая история. Вот, буквально зашел, посмотрел, что это, и сейчас попробуем с вами сделать небольшой летсплей. Итак, отправляемся в бой. Я могу крутиться, это мое лицо. Ха! Чувак с автоматом, дробовиком пошел, вон. Сука, ты промажешь. О, домик. Так, подождите. О, чемодан. Так. Пошел вон. Сучка, уйди. Уйди от меня. Я вижу домик. А вот этот чемодан он. О, чемодан. Прицел X4, друзья. Тури сейчас вознагнет. Короче, вот эти ящики убиваются. Так, баночка соды. Баночка соды. Здесь что? О, дробаш. Пошел вон от меня. Да иди ты в жопу. Он мне задницу подрезал, сучка. Бежим. Бежим, блин. Я вижу домик. А это не домик, это контейнер. Так. Патронов нет. Че тебе надо от меня? Иди вон, ну ты гаденыш. Блин, а как убрать пушку? Я хочу руками ему всыпать. Он меня убил. Ранг 22. Так, пошли еще раз. Забавно. Забавно. Короче, адрес игрухи вон слева в браузере у меня можно прочитать. Survive.io. Пистолет, запустите меня в контейнер. О, отлично. Так, а это что? Патрончики. Так, ну все, друзья. Вам звездец сейчас будет. А как? Как? А, о, три. Эть, один. Бля. Я печенька. Сука. Сложно попасть. Ладно, попробуем еще раз. Идем собирать чемодан, чемодан, чемодан. О, отлично. У меня есть дробовичок. Кто на меня, кто на меня, кто на меня? У меня есть дробаш. Красная зона скоро будет. Что это? А, патроны. О, какой? Это дроп, наверное. Походу дроп, дроп, дроп. О-хо-хо-хо. Давайте возьмем вот этот вот. А что мы взяли? Нет, дробаш. Вот, наверное. Вот это вот, наверное, нам надо взять. Отлично. Ай, это было больно. Кто тут стрелял, слышь? Я тебя сейчас найду и поимею. Ладно, пошли, эту зону. Потому что тут броники какие-то есть. Сука, убил меня. Да господи, что такое? Как тут играть, блин, непонятно. Ладно, пробуем еще раз. Короче, надо научиться тут стрелять. И тогда мы будем тащить. В общем, о, калашец. Отлично. Топчик. Так. Прицельчик. Отлично. Так. Укуси меня, утка. 7.62, забираем. Кто там стреляет меня? Слышишь, иди сюда. Сейчас я тебе покажу. Что такое кусты? Нет, нет у тебя. Ладно, бежим вниз. А тут бегать интересно. Все. Нормально все. Что началось-то? Я убил камень. Можно перезарядиться на R. Вдвоем, наверное, тут забавно вообще бегать. А зачем нужна пистолетная бумага? Пистолетная. Туалетная бумага! Пошел! Да что такое, дробовики? Пипец какой-то в ближнем бою. Это жесть. Короче, я бесплатный фраг, походу, здесь. Чуваки прям фарманули на меня. О-о-о-о. Так, дорогой крейт. Тоже тут у нас. Калаш. Шлем. Места нет. А, не, я записываю, короче, смотри, такой браузерный пупка. Как тебе?
Так, ломай. Ну, хочу маленький видос записать. Так, small pack. Ребенок, сделай потише, а то громко ни хрена не слышно. Гигантские камни какие-то. А тут еще, наверное, карта есть. О, тут есть карта. Сейчас будет красная зона, внимание. Так, у меня есть шлем, я так понимаю, не знаю, есть у меня броник. Тут кого-то убивает. А вот зеленая. А, это типа нормально, я в хорошей зоне. Ой-ой. Стреляют. Кто стреляет? Ничего нет. Тихо, тихо, тихо. О. Тихо, я сейчас подожди. Сейчас я пристреляюсь, мы с тобой поговорим. Куда смылся-то? Вернись, детка. Не? Да блин! Чуть-чуть осталось. Сейчас бы его завалил. Ну, давайте еще разок. А, ты походу резаешься прям вот там же, где ты и был. Ну, тут все, в общем. О, это пулемет, кстати. Это, кстати, пулемет. Сейчас мы с пулемета-то тут накидаем. А, это не туалетная бумага, это бинты. Ну, знаете, мало ли, вдруг туалетная бумага тоже нужна. Садишься там в поле чистом. А тут у тебя проблема случилась. Тебе надо, как бы это, того. Бумажка есть. Ра. Ну, подожди. Куда ж ты побежал? А тут, походу... А, в деревьях можно, походу, прятаться? Или что? Или нельзя? Хер знает. Чё тут? Е-ху! Завалил пацана. Так, здесь, короче, есть... Здесь есть прицельчик. А 7.62 мне, наверное, нужно. Вот так вот. Уж можно научиться играть. А, мне, наверное, лучше. Пэк. Сейчас будет, кстати, сужение скоро. Да. На, деточка, учись играть. Хе-хе-хе-хе. Ну, броник у меня тоже есть. Броником ты меня, детка, не удивишь. Так. А вот пулемет прям мне нравится. Хорошая история. 17 человек осталось живых. И мой волшебный пулемет готов к использованию. Двойной прицел. Двойной у меня есть. Да, пулемет-то тут тащит, друзья. Ну чё, где вы? Я иду. Бегать тут нельзя. Лежать тоже. Сидеть тоже. Ничего нельзя. О, а это что такое? Блин, все-таки перестрелял меня. Короче, друзья, вот такая вот игра Survivio. Заходите, играйте, бесплатная, веселая. Тури с вами, ставьте лайки. Пока-пока.